«Единая Россия» готовится к предварительному партийному голосованию. В нашей области определят кандидатов в областную и Государственную думы. Участники праймерис уже определены. Процедура в этом году пройдет в онлайн-формате. С 19 апреля открыта регистрация на портале партии. В первую очередь такой вариант голосования удобен для тех, кто живет не по месту прописки. Каждый сможет выбрать кандидата из любой точки с помощью смартфона или компьютера. Я на каждые выборы ездила в село Бронница и там голосовала. Вот в этом случае мне не нужно будет этого делать, я могу проголосовать сама электронно. Проголосовать сможет любой гражданин Новгородской области, который зарегистрирован на сайте госуслуги. Все кандидаты записывают видеопредставление и рассказывают о себе на личных страницах в социальных сетях, чтобы у жителей области была возможность познакомиться с их деятельностью. Ведь к людям, которые обращаются за поддержкой, важно о себе рассказать побольше. Конечно, это не исключает личных встреч, но для этого записан у меня видеоролик, два видеоролика, которые один рассказывает обо мне, а другой рассказывает о предварительном голосовании. Предварительное голосование начнется 24 мая. Чтобы поучаствовать в нем, нужно перейти на сайт pg.ir.ru и войти на портал с помощью госуслуг. Там выбрать регион, участок и отдать свой голос в каждом из бюллетеней. Поддержать кандидатов можно будет до 30 мая.